Строительство, которое ведется с нарушением пожарных норм, одна из тем обсуждения на комитете. Начальник отдела надзорной деятельности по городу Анапа Александр Гузенко называет главное нарушение – строительство окна в окна без соблюдения расстояния между зданиями, когда отсутствуют пожарные подъезды и потушить очаг возгорания становится проблемой. Возникает встречный вопрос – почему надзорный орган не включает свои рычаги воздействия на нарушителей? Предложение от городских властей – сотрудники отдела надзорной деятельности должны участвовать в согласовании проекта на строительство. Жители хутора Воскресенский и станицы Гастагаевской недовольны качеством поставляемой электроэнергии. Начальник Анапского участка районных распределительных сетей Максим Снимщиков доложил о перспективах решения проблемы. Собственники электроустановок не своевременно обслуживают, находятся в плачевном состоянии, поэтому на 2016 год запланировано Кубанэнерго, Юго-Западно-Якутские сети, строительство новой подстанции с переподключением потребителя от вновь построенной подстанции. К теме повышения качества электроснабжения депутаты энергетики еще вернутся и выработают конкретный план мероприятий на 2016 год.